Итак, короче, решил, я наконец-таки, у меня руки дошли до Heavy Rain. Я никогда еще не играл в нее и не смотрел ни прохождения, ничего. Абсолютно ничего не знаю про эту игру, кроме того, что это интерактивное кинцо. А мне такое нравится. Но я толком только в Детройт играл и The Quarry. Ну вот по Детройту понял то, что это вот прям очень-очень классно. Фигурка оригами, не начнем сливаться с фоном. Во, ну вот так вот. Вот так вот и погнали. Вот, и поэтому мне очень интересно посмотреть, что это такое, поиграть, оценить. Я понимаю, что игра старая, графон не такой, ну, он еще, по-моему, на третью лайку выходил. Ну, сейчас посмотрим, что есть. Я очень часто играю в видеоигры и прекрасно ориентируюсь в элементах управления, довольно часто играю. Я очень часто. Ну, да, я очень часто играю. Типа, это самый сложный уровень, правильно? Я не часто, довольно часто, я довольно часто играю в игры, интересуюсь в этом управлении. Я предлагаю на средний, там, типа, если будут очень какие-то быстрые эти, я просто не знаю, можно ли изменить. Давай на средний начнем. Типа, какая разница, это если интерактивное кинцо, то... Так, правым джойстиком. Так, правым джойстиком вверх, окей. Блять, сейчас, секунду. Продолжим. Попробуйте медленнее, чтобы лучше освоить контроль скорости. Ну, графоний, да. Ну, не так все плохо, на самом деле. Нормально еще. Нажмите, чтобы идти, используйте левый джойстик, чтобы изменить направление. В смысле нажать? R2. А, блядь, нифига себе. А зачем так сложно? Интересно.
интересное управление, конечно, в игре, блин. Пока, ну так. Надо... Так, нажимаю удерживать L2, вы можете услышать, о чем думает ваш... Нифига себе. Душ. Сначала приму душ и оденусь, а потом спущусь. Ладно. А, точно, что надо же. Надо же... Угу. Какая-то записка. Ушла за покупками. Заберу детей из школы. Вернемся к обеду, займусь подготовкой ко дню рождения Джейсона. Не работай слишком много. Люблю тебя. Хорошо. Так, здесь что-то еще есть? Че, у меня черный экран? Не понял, что это было. Ну, давай, погнали в душ тогда. Я так понимаю, это сюда нам надо идти. Нифига, у них тут канарейка какая-то или что это? Нет, синяя какая-то птица. Таких тоже дома держат. Просто птичку на улице поебал и держит в клетке. Классно. Ага, это спуск вниз. Это что у нас? Туалет. Надо, ну, конечно, надо сходить-то утром, блядь, встали же мы. Так, блядь. Что такое? Пошли дальше. Блин, вот это странное управление, конечно, с зажатым R2. Что здесь, посмотреть в зеркало? Давай посмотрим.
Так, поехали дальше. Тут работа просто, там рабочие вопросы. И Вадим очень странно так, пасту намазывает на щетку. А, нифига себе, вот так вот надо уметь. Опа, опа, опа. Никогда еще геймпадом не чистил зубы. Бля, со стороны, если так смотреть, тип тупо геймпадом сидит, трясет в разные стороны. Блин, эти стрелочки постоянно, ну, напоминают то, что... Так. А, надо нежнее. Слишком быстро. Это ж типа на третью выходила игра, и там, видимо, ну, в третьей были приколы. То, что там триггеры вот такие вот, знаешь, там, с медленными, и они просто вот показывают все это. То сейчас, когда у тебя там сенсорная панель есть и прочая фигня, это так уже смотрится, знаешь, странно. Типа то, что лучше бы это уже на сенсорной панели как-то организовали. Вот, ну, не было тогда еще сенсорных панелей. Так. И вниз. Опа. Так. Да пиздец. То зубы ему помогай чистить, то вытираться ему помогай. Что, сам ничего не можешь, что ли? Так, ну пошли. Что тут еще есть? Нажмите L1, чтобы изменить ракурс камеры. Зачем? Так, что здесь? Стой, назад, назад, все правильно. Что здесь? А, ты умеешь жонглировать. Блять, а если... Подожди, а если долго... жонглировать мне ачивку дадут, надо на ачивку заработать. Просто, блин, неудобно то, что я понимаю, что все идет по кругу. Да, я понимаю, что не дали ачивку, блин. Что все шло по кругу, я боялся, что этот круг, во-первых, нарушится, и сейчас что-то другое, поэтому каждый раз приглядывался. А во-вторых, то, что какого хрена у вас кнопочки, ну, трясутся, блин. Для чего? Это же неудобно. Я из-за этого сбивался. Так, здесь ничего нету, в камеру он не ходит. Ага, можно вниз. Не, погоди. Вниз-то понятно. Я хочу выйти вот туда, вот на балкончик, куда я мог выйти. Там, где окно. А, нет, так, назад. Это ванная. Чего он хочет? Он там читать мысли можно было, нет? Проснуться, одежда. Ну, проснуться, блин, здорово, а ты уже сходил в душ, но ты еще не проснулся, да? Так, открыть окно, правильно, можно? Есть. Получить дозу витамина D. Отлично, сейчас так немножко посидим. Блять, чуть-чуть не понравилось. Я же в прошлый раз вот так же самое нажал, нормально все. Так, здесь пройдемся, посмотрим. Ага, ну и все. Так, сейчас получается одеваемся.
Одеваемся. А я думал, не предоставит выбора, во что одеться. Нет, вот какая непроработанная игра, блин, получается. Нифига. Блять, хоть бы дали рубашку выбрать. Все, мы оделись, спускаемся вниз. Вот там в углу, кстати, вот здесь, вот где камера стоит, какая-то хуйня белая. Мне было интересно, что это. Вот, тумбочка какая-то. О чем? С праздник какой-то, бабочки, тут шарики. Мысли персонажа меняют в зависимости от ситуации. Не забывайте проверять их. Работа, сад. Работа, сад. Ну, нет, подожди. Типа сад-то это же свободное время, это выходные, там надо заниматься этим. Это оливка, да? Или виноградинка? Судя по тому, что он съел две, это виноградинка. Вообще-то я там хотел в холодильник заглянуть, потому что, ну ладно, выпьем кофе. Анва. Это реклама получается, наверное. Я, кстати, сейчас резко нажал. Я резко нажал, а потом задумался о том, что он чуть не обольется. Сболтать, конечно же. Но не смешивать. Блять. Не знаю, что там слышно на микрофоне. С такими движениями. Джейсон. Так, получается, это Джейсон, правильно? У него тут должна быть еще хоккейная маска. Я же правильно все понимаю? И он должен убивать всех в пятницу 13-е. Так, когда выйти во двор... А, ну это сад, наверное, да? У меня вопрос такой просто. Если я сейчас пойду в сад, не опоздаю ли я на работу тогда? Нифига тут. Опа. Или вот это работа. А, это вот... Это вот, наверное, работа и есть. Так. Сидеть. Рисовать. Опа. Сейчас хуй нарисую. Можно? Опа. Окружность.
Да, типа... А это таймер, я думал, все под самый конец. Да-да-да, я понял. Я думал, типа, там шкала заполнялась, я должен был в самый последний момент, типа, нажать тогда, ну, чтобы было бы лучше. Там, типа, great и так далее. Так, типа, это я поработал, правильно? Сейчас, блядь, опять извиняюсь сильно очень. Продолжаем. Ну, работа же все, правильно? Или он еще что-то будет рисовать? А, еще что-то рисовать? Так, понял, надо более... L1, блядь, прости. L1. А, это надо... это надо все вместе держать. Ну, давай еще раз. L1. Кружочек. Нифига себе. Квадратик. L1. Крестик. Я сейчас только все стер такой. Нифига он художник. Блять, трясу. У меня аж голова заболела. Офигеть, вот это, короче, он сейчас в реализме все нарисует. R1. Жму. Вот так вот надо сделать. Работа идет хорошо. К понедельнику закончу. А это мысли типа, я смотрю, рот не открывается. Думаю, нифига себе. Понедельник, да ты уже все закончил, смотри. Так, у нас там... а что работа? Сад же остался, да? Сад. С работы у нас вот все хорошо. Опа, назад. Сейчас музычку включим. Бля, я с первых нот подавал то, что это Radiohead Creep. Да не, выключим. Или ладно.
с первых нот подумал, что это Creep, Radiohead, и я такой, ох, нифига себе, сейчас музыка. Ну, нет. Ну, нет, не знаю, что это такое. Ну, звучит вроде ничего так. Так, сад. Это вот мы сюда ходили. Ага, стоп, что это? Ага, машинка на пути управления. Где ты? Во. Тема. То есть это просто посмотреть. Я подумал, что это выйти. А, вот, выйти. Все, выходим. Мечи. Блин, он такой странный, он когда очень молчаливый. Жена приехала. Эй, осторожно, ты меня с ног собьешь. Сегодня важный день, а? Я теперь взрослый. 10 лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль. Боюсь, с этим придется чуток подождать. Итан, не возьмешь сумки? Я иду. Простите, я отвлекся. Так, нажми, сдержи каждую появляющуюся кнопку. Давай возьмем пакетики твои. Опа, сюда. Чего надо? Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Стоит их странно, типа. Не пришли к пиздюков. Работа, да? Еще как удалось. Осталось обдумать пару деталей, и можно демонстрировать чертежи клиенту. У меня 1000 срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Конечно. Запросто. Конечно, с радостью. Десертные тарелки из шкафа в гостиной. Это где гостиная? Так, блядь. У них тут комнаты, ну, в которых нет, блядь, стен. Итан, я же попросила достать тарелки. Да, иду. Я просто не знаю, где гостиная. Да. А, вон гостиная. Все. Я, в принципе, пошел правильно. Но меня что-то остановило, сбило. Вот, опа. Меньше всего я хотел бы поссориться с твоей мамой. Эй, Итан, осторожней с тарелкой. Да я понял. Короче, когда пунктир, тогда надо аккуратно. Аккуратно, тихо. Опа. Ну какой же я молодец. Тарелочки я положил. Что еще помочь? Опа. Итан. Не помню, говорил ли я это сегодня, миссис Марс. Но вы очень хороши собой. Да и вы ничего, мистер Марс. Вот, блядь, ну я... А, там удерживать надо было. Сука. Пока... Подарок, друзья, помощь... Подарок. Ты купила подарок Джейсону?
Да, я с утра заскочила в магазин. Нам повезло, я взяла последний. Джейсон. Джейсон доволен. Да. Неужели ему исполнилось 10? Ах, кажется, совсем недавно мы флиртовали в школе. Ух, мы стареем. А сколько придут ребята? Около 2 часов. Боже, надеюсь, я сумею помешать им разнести весь дом. Как в том году. Чем тебе помочь? Ничем. Осталось немножко. Так, ну ладно, тогда что? Ну вот, свободен как ветер. Эй, 5 минут, не больше. Потом пора за стол, твои друзья вот-вот ладно, придут. Ладно, сейчас придем, мам. Кто будет первым? Меня, нет, я первым. Тише, дети, оба успеете. А кто Джейсон? Типа он же именинник. Ладно, Шон, готовься. Поехали! Я перепутал их. Надо же было Джейсона первым выбирать, он же именинник-то. Это я умею, сейчас как подниму. А мне, мне надо его побеждать или не надо? Я просто хочу проиграть, не? У него ж день рождения. Интересно, типа, а что бы было, если бы я его победил? В бане такой, типа, все, ебать. Лежать, да? Шон, иди обедать. Не знаю, куда я пошел, я вроде шел сюда.
Ну, давай, садись. Или что, где, где место-то? Что за... Блядь, ну управление, конечно, иногда пиздец. А где Шон тут? Мне, типа, надо его найти или что? Итан, приведи сюда Шона. А, о, я же говорю. Конечно, в этом нет твоей вины. Я бы все отдал, чтобы он снова ожил. Знаешь, Шон, есть вещи, которые просто случаются. Как бы ты ни старался. Так нечестно, пап. Нечестно. Конечно. Но игра пока что, не знаю, пока что не зацепила. Не понимаю, в чем смысл еще. Нормально там тетка в этот зашла, в вазоны, блядь. Все, Джейсона проебал, да? Джейсон. Ну конечно, блядь, стоял, что-то залипал. Джейсон. А, типа, слушай, так они же, кстати, англичане, типа, он говорит Джейсон, типа, Джейсон, окей. Его зовут Джей. Стопс. Джейсон. 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 Джейсон, лучше не отходи, понимаешь? В магазине легко потерять. Папочка, купи шарик. Мне так хочется шарик. Ну же, пап, купи. Ладно, давай купим шарик. Ура! Эй, малыш, как тебя зовут? Джейсон. Какой шар тебе дать, Джейсон? Красный. На, держи. С вас $2, сэр. Джейсон, подожди, подожди, папу, сынок. Народу очень много. Столько народу, ботинки никак не померяешь.
Где Джесси? Он был здесь секунду назад. Я купил ему шарик, оборачиваюсь, а он испарился. Испарился? Что значит испарился? Стой здесь. Я найду его. Сейчас вернусь. Чё за прикол вообще, блять, убегать? Пиздец, я когда был маленький, у меня вообще оказаться где-то одному, а еще и в таком людном месте, это просто шок, блять. Ну, я не знаю, у меня одного так, кто-нибудь в детстве вообще типа отходил от родителей в людных местах там или от знакомых, это страшно, пиздец. Как можно одному куда-то, блядь, пойти? Там надо быть... Либо, не знаю, очень, очень невоспитанный ребенок. Где-то, блядь, что-то стало тут. Да, он исчез. Дебил, блядь, нахуй ты дорогу перешел? Вышел с ТЦ, блядь. И сейчас еще под машину побежишь, да? Господи, пизданутый ребенок, блядь. Какой же конченый ребенок, блядь. Случилось, так его же батя же за ним прыгнул и поймал его. Машина остановилась, типа, что он там ударился, что ли, сильно? Локоть разбил.
И что, все, они теперь всю жизнь печальные будут? Или что, блядь? Я так и не понял, что, типа, там, блядь, полуумер, что ли, или что? Батя такой за ним прыгнул, а он такой, типа, ой, блядь, если это так, то это такая вообще тупая, блядь, смерть. Я ебу. Так, пристегнулся. Пристегнуться, завести. Поправить. Нахуй его поправлять. Включаем передачу и поехали. Блядь, а что с домом? Типа, они переехали из того дома из-за этого? Или они, типа, что, развелись? Что, что, блядь, произошло? А, говорить уроки, поговорить, что? Давай. Не хочешь поговорить? О чем бы это? Не знаю, о тебе, о друзьях. Как идут дела? Все нормально. Ну, давай... Поговорим про перекус. Что, может, ты покушаешь? Перекусить? Ты голодный? Кажется, чуть-чуть. Посмотрим, что у нас. Хорошо. Есть. Сейчас сделаю тебе похавать. Да какой поиграть, поиграй? Он тебе говорит, кажется, чуть голоден. Значит, что? Значит, надо сделать кушать малому. Так, блять, кончено управление. Ну! Что это такое? А, часы, блять. Что, мандаринку ему предложишь? Хорошо. Дальше. Dinner, bed. А, то есть это подожди, это ты что, ему перекус, блядь, сейчас принесешь мандаринку? Просто отец года, можно в рамочку поставить? Вот что, перекус. Спасибо. А, это яблочко. Так, а дальше разговоры будут с ним? Или все? А, типа, понял, блядь. Во. Шо в школе? Ну, хорошо, что нормально. Я просто интересуюсь. А что это, выключить? А, уроки. Пора бы взяться за уроки. Ну, пап, я хочу еще посмотреть телек. Потом сделаю, ладно? Ладно. Ладно, займемся ими позже. Не хочешь немножко поиграть со мной? Лучше телек посмотрю. Thank you.
Ладно, я сейчас займусь своими делами немножко и вернусь. А, ужин? Может, ты хочешь поужинать? Да нет, я пока не голодный. Хорошо. А что, блядь, на ужин, блядь? Ты что ему? Яблочки, блядь, порежешь с бананами? Че, организованное убийство? Мастер Оригами наносит удар. По основанности моей жертвы полиция подтвердила, что убийство совершено в принципе работы мастера Оригами. Ага. Ты что, простыл? Похоже, ты простыл. Посмотрим, нет ли у меня лекарства. Давай. Это не аптечка? Где же тебе аптечка? Так, это стирать. А, ну пусть стирается, хорошо. Так, это игрушка. Посмотреть стиралку, не стирается ли там кот, например. Дальше. Что у нас тут дальше? Молочка это, ты, блядь, что там, сок, пицца. Да, я пиццу брал. Малому не хочешь предложить, не? А, я закрыл. Понял. Ты давай мы искать будем лекарства или нет? Пошли на второй этаж тогда. Родители вернулись из церкви, но детей уже не было. Они искали и звали их, рыдали и молились, но все было тщетно. Их не нашли. Понятно. Свет, да, можешь сходить. Что это? А, ну вот, открывай, давай, бери аптечку, бери там все лекарства, там сейчас уколы, там парацетамол бери, вот. Ну, может, блядь, есть что-то нормальное, кроме там парацетамола. Такое что-то детское. Руки вообще надо было сразу же, как с улицы пришел, помыть. И малому тоже.
А потом вот он болеет. Вот он яблоко грязными руками поел, и все. Так, а что у нас? Да все, пошли, сейчас мы вам дадим таблетки сразу же. Потом остальными делами займемся. Вот, выпей это. Сразу полегчает. Спасибо, пап. Может, ты хочешь поужинать? О, да. Страшно хочу есть. Ладно, посмотрим, что можно съесть. Разогрею, позову. Давай. Пиццу давай погреем. А что там еще? Да лучше пиццу давай поедим. Так, где у нас микроволновка? А, вот микроволновка. Угу. Все, давай хавать, малой. Шон. Что ты, блядь, делаешь? Она же так порезанная. Еще и с вилкой, блядь. Ты пиццу тоже будешь вилкой кушать? Иди есть, Шон. Один кусочек, блядь. Пиздец, ты реально батя года, блядь. Если хочешь, покажу. Ну вот, смотри, заинтересовал. Так, короче, кушай. Я выключу телек. Или что? Или там надо было канала мне переключать? Че ты яблоко не хочешь убрать? Ну, блядь, огрызок лежит, ну. Грейс. А что ты не думаешь? Типа... Позвонить или что это лежит, блядь? Молодец. Тарелочку убрал. А если помыл, уебать вообще золотой ребенок? Ну ладно, пацан. Чё такое? Куда пошел? Я что, просто так выключил? Не-не-не, малой, все, пора делать уроки. Какой спать? Уроки делать? Уроки когда делать? Ты же сам знаешь, что это неразумно. Завтра в школу. Тебе надо выспаться. Ну, хорошо, ложусь. Ты пойдешь со мной? Чисти зубы, надевай пижаму. Я приду. Уроки, получается, мы не сделали. Ну, то есть, там был выбор, наверное, типа, либо смотреть дальше телек, либо...
либо делать уроки. Я малому разрешил телек посмотреть. Ну и ладно, типа один раз не сделает, ничего страшного. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мишка, я потерял Мишку, папа. Ты, наверное, он на этом. Не знаешь, где он? На стиралке. Я не помню. Папа, я всегда с ним сплю. А сейчас принесу тебя на стиралку. Окей, конечно, блядь, в смысле, ну нет, ебать. Конечно, надо было вам принести игрушку. Что-то это, Мишка. Сейчас, я знаю, где он, тем более. Вот твой Мишка. Спасибо, пап. Спокойной ночи. Ага. Пап. Да? Ты что такой грустный? Мне просто... В рифму. И все у нас будет как прежде. Знаешь, пап, ты не виноват, что Джейсон умер. Пиздец. Блядь, Джейсон умер. Господи, как же это тупо, блядь. Просто пацан, блядь, тупорылый. Побежал куда-то, нахуй. Перешел через дорогу. Нахуя он это сделал вообще? А потом, типа, когда его позвали, он такой обернулся и побежал через дорогу опять. Но он же, типа, взрослый такой. Какой хер он вообще так поступил? Это, блядь, надо быть больным, мне кажется, ребенком, чтобы такой хуйней заниматься. Не слушаться родителей, блядь, просто уходить куда-то одному, переходить, выходить из ТЦ, переходить дорогу. Короче, бред ебаный. Так и чё, блядь, как он там умер? Типа, я за ним прыгнул, и что, он ударился головой, такой, и типа, я всё, да? Показали бы просто, что его там машина нахуй снесла. Тупо оригами. Не пойму, типа есть какой-то убийца, который вот делает как-то оригами или что? Ну это же ему привиделось? Или типа убийца обладает там какими-то способностями или что? Что вообще происходит? Где мамка? Почему ребенок остался с батей?
Так, вообще, ладно, я предлагаю на этом сделать паузу. Вот. В целом, типа, я очень как-то скептически к этой игре отношусь. Судя по тому, что я увидел, как-то много каких-то недосказаний, скажем так. Поэтому на сегодня все. Продолжим в следующий раз.